Когда прическа украсила благородная седина, в жизни начинается новый этап, уверена жительница Глушковского района Анна Моисеенко. Уроженка села Званая всю жизнь проработала на благо малой родины, а выйдя на пенсию, продолжила патриотическую линию. Поет в фольклорном ансамбле «Родник», хранит уникальные традиции русско-украинского пограничья. Позитивом Анны Антоновны зарядилась и наш корреспондент Юлия Матвеева. Ой, там сидела, пора голубить. Кажется, это они озвучивали всеми любимый мультфильм «Жил-был пес». Ансамбль «Родник» буквально лелеет традиции братских народов. Хранит не только песни, но и обряды. Знают, как правильно провести свадьбу и даже как стелить ложе новобрачным, чтобы семейная жизнь была счастливой. Это специально женщины приходили раньше, и потом привозили скриню, и кровать привозили, все там привозили. Ставили кровать, убирали все, сколько одеял, все сюда застилали. И потом приходили люди, считали, сколько же одеял невесте дали. А вот гастрономические традиции села Званая хранятся в кастрюле Анны Антоновны. Рецепт вкусных, пышных красавцев-вареников прост. Яйца, творог, мука да сахар. Но главное – заботливые руки повара. Вот так вот выкладываю и смазываю маслом. Быстро, вкусно. Это уж сами попробуйте на вкус. Всю жизнь Анна Антоновна прожила в Званом. 34 года работала дояркой, потом 8 лет санитаркой в доме престарелых. И сегодня на ее плечах дом, хозяйство, огород и культурная жизнь целого сельсовета. Это активный участник художественной деятельности. Участвует во всех мероприятиях, которые проводятся на территории муниципального образования Званского сельского совета. Воспитала 3 прекрасных детей. Хороший человек, ну что еще? Так что таких бы побольше, и тогда наше село, наша родина будет сильнее, красивее и симпатичнее. И все же своим главным достижением женщина считает большую семью. И радуется, что сейчас на пенсии своим близким она может дарить еще больше тепла. Счастье у меня, дети хорошие, 3 внука и 1 внучка. И уже 2 правнучки и правнук один. Я самая счастливая женщина на свете. Юлия Матвеева, Денис Федорков, Алексей Еременко, телеканал «Сеим».